еще кто присутствует в судебном заседании? Слушатель, значит, вы просите вас допустить в качестве слушателя, правильно? Вы просите вас допустить в качестве слушателя, правильно? Вы просите вас допустить в качестве слушателя, правильно? Суд считает необходимым удалить данного слушателя из зала судебного заседания. Суд считает необходимым удалить данного слушателя из зала судебного заседания. Зафиксировано, да, все. Да. Вы обязаны подчиняться. Пожалуйста, камеру выключите. Вообще, жесть, просто рот закрывает. Чувствую, что пиар придется подавать. Сейчас будут выносить решение. Все закончилось рассмотрение, сейчас будет решение. То есть сейчас, посмотрим, какое будет решение. На меня заявление о преступлении подали, там вообще такой хохба будет. Я это отфоткал, почитаю. Кто подал? Ну как, Светлана постаралась. Она за такое расследование провела насчет меня. И фирму какая у меня была учреждена, и ИП, все. Она имеет право тебе вообще заниматься? Я посмотрю, что она там написала. Требовала возбуждения уголовного дела против меня за оскорбление ее и судьи. Распечатки с видеороликов сделала. Представляешь? Постоянно ограничивала меня в высказывании. Постоянно. Может, в суде там зубы лечат? Она сказала, что не лечит. Вы это уже говорили, вы это все говорили. Сейчас посмотрим, как это все будет отражено в решении. Какое будет решение? Я не могу сказать. С точки зрения закона, конечно, должно быть удовлетворено. Тут других вариантов просто быть не может. Да. А с точки зрения судей, они обсуждают вот эти вот какие-то непонятные услуги. Когда закон говорит четко. Ты дал почитать себе? Да, я зачитал все. Я не знаю, это все зависит, какое оно решение вынесет. Если это все проигнорируют, то, печалька, что у нас такие судьи. Если не проигнорируют, то да, ладно. Она сама себя просто опозорила. Спрашивает у тебя ходатайство об участии слушателям. С каких это пор слушатели стали заявлять ходатайство? Я же еще говорю, а что тебе надо, что ли? Вообще открытое судебное заседание, здесь никаких ходатайств быть не может. Какие ходатайства? Нет, ты жестит, не по-детски. С тобой, со мной. Просто рот затыкает. Говорит, я имею право ограничивать по времени. Все. Она говорит, вам 5 минут на прения. Все. А что вы делали сейчас? Полтора часа. Так вот, мою личность обсуждали. Она все время там перебивала. Я задаю вопрос, она мне начинает вопросы задавать в ответ. Вообще бред такой. А судья все понимает, она все. Глупая, что ли? Вопрос только в том, какое она решит вынести решение. Законное или так? Ну, если незаконное, значит, что-то интерес какой-то есть. Как я оскорбил. Это представитель ответчика бла-бла-бла. Судья забыла ГПК. Название как это. Я это же все повторил в судебном заседании. Говорю, где здесь оскорбление? Я и сейчас так считаю. Я обосновываю, почему. Бла-бла-бла и почему нарушила ГПК. Это преступление? Оскорбление – это неприличная форма должна. Понятно. Но мы сидели и оскорбляли бы нас. Ничего. На камеру это все заснял. На каком основании тебя выставили? Открытие себе. В чем-то признан виновным. Да. Нет. Видите, после как все вело. Она же не сказала. Светлана, понесете это в полицию заявление ваше, не? Меня же надо наказать. Будете? Или так это бла-бла-бла было, не? Светлана. Бла-бла-бла. Я понял, что да, бла-бла-бла. Это у вас такая тактика, да? Мозги. Да вы не переживайте, решение будет все окей. Даже если вдруг откажут, да, есть вышестоящая инстанция.
тоже не извинимся. Так что не переживайте. Но Светлана звездой будет. Глядишь, наверное, себе и мужа найдет какого-нибудь. Да? Ну так видите, найдете, значит, еще. Да? Токсикоз? Это вы по кому судите? По вашему мужу? А, по мне? Не стоит? А зачем вы меня трогали в судебном заседании? А? Я вам что, жить не даю? Вы это публично заявили. Под аудиозапись. И все люди посмотрят это. Люди посмотрят и послушают, что вы говорили. Ну, не 3, а 23 тысячи. Следи за мной. Скринов понаделала, в суд предоставила, моих видео и тому подобное. Биометрические данные. Да, да, да. Самый главный мой подписчик написала комментарий, потом его удалила, и в суде говорит, что вот там был комментарий, вот такой-то, такой-то плохой. Много чести. Да. Ну так а зачем вы скрины делаете моего сайта? Значит, все-таки заслужил я честь вашу? Нет? Так а зачем вы это все сделали? Зачем вы это в суд притащили? Вы же себя опозорили. Хорошо, хорошо. Так что смотрите следующее видео с вашим участием. А то, что у вас там не будет на видео, ничего страшного. Я пущу другой, скажем так, кадр. Долго искали информацию обо мне? В открытых источниках, как вы сказали. Помощники есть, да? То есть вас там как бы много, там целая группа лиц по предварительному сговору. Можно без нашего всеобщего участия? Нельзя. Постарайтесь, пожалуйста, вытесняйте. До свидания. Вы находитесь в общественном месте. А мне что, общаться нельзя? Ну, общественное место. Общественное. Молча общаться. А вы что, общаетесь? Я не нахожусь в судебном заседании. Это холл. Здесь люди общаются. Здесь люди общаются. Вот я со Светланой общаюсь. Мы обсуждаем, как прошло судебное заседание. Или нельзя? Нельзя. Нельзя. А вы мне запретили, да? Почему? Я прошу вас замолчать, потому что... Так вы просите, Это другая тема. Вот замолчите, пожалуйста. Только вот это слово «замолчите» как-то, оно не культурно с вашей стороны. Уберите себе, уберите, да? Ну, знаете, я могу вам тогда и отказать на такую просьбу невежливую. Ой, какие все нервные. И наглые, и хамы. Попросили на меня. Хамят. Да? Хамло. Собралась? Стадные инстинкты. Ну, вообще, на мой взгляд, огласить результативную часть, а мотивированно уже писать там какое-то время, потому что если у нее заранее решение не было готово, она, конечно, сейчас вынесет резолютивную часть. А если у нее заранее было готово решение, то, понятно, сейчас все будет готово. Там, потому что все это описать очень много надо времени. Потому что она думает, звонить, помощь зала, что же делать? Да вопрос вообще, знаешь, ну, да понятно, что ни о чем. Обидеть бабушку, знаешь, это, знаешь, ума много не надо, там, и совесть. Просто нужно применить статью 16, часть 3, закон о защите прав потребителей, все. Вместе зайдем, и ты зайдешь. Оглашение, это оглашение, ну что, уже и на оглашение нельзя присутствовать? Оглашение, да, точно. Тебя можно было вывести, если бы что-то ты нарушил, ты начал нарушать бы, там, понимаешь, а тебе, ну, заранее еще, ты еще ничего не совершил, тебя уже фюк, удалили. Ну это о чем-то говорит? Это превышение полномочий. Зачем у нас слушатели опять присутствуют? Зафиксировать.
что зафиксировать? Ваше суд решение. Удалил его из зала судебного заседания. Покиньте, пожалуйста. Оглашение приговора вы мне тоже и сейчас. У нас не приговор, а решение. Ну, нет, покиньте, решение. Пожалуйста, зал. Здорово. Ну, вообще. Оглашается резолютивная часть решения именем Российской Федерации 12 мая 2023 года Октябрьский районный суд города Мурманска в составе председательствующего судьи Масловой и пресс-секретаря Житниковой, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Горицкой Ольги Ивановны КО «Кристалл» о взыскании денежных средств по договору оказания услуг, убытков, неустойки, защите прав потребителя, руководствуясь статьями 194 и 198 Гражданского процессуального кодекса, решил из Горицкой Ольги Ивановны удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Кристалл» денежные средства по договору оказания услуг в сумме 11 640 рублей, компенсацию морального вреда 3 000 рублей, штраф в сумме 5 000 рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя 27 500 рублей, всего 47 140 рублей, в остальной части требования отказать. Взыскать с ООО «Кристалл» и НН 519-008-3964 в доход соответствующего бюджета государственную пошлину в сумме 766 рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке. Мурманский областной суд через Октябрьский районный суд города Мурманска в течение месяца дня изготовления решения в окончательной форме. В окончательной форме решение суда будет изготовлено в течение 5 рабочих дней. В течение 5 рабочих дней направлено сторонам почтовой корреспонденции. Судебное заседание объявляется закрытым. А решение резолютивное, это где я могу получить? Резолютивное часть решения не выдается, вы получите полный текст. А что, вы еще не придумали, да, что написать? Очень разочарован. Вот мое личное мнение. До свидания, покиньте, пожалуйста. Вот. Я надеюсь, что вышестоящая инстанция отменит ваше решение. Позор. Видимо, какие-то услуги засчитала, что якобы не оказаны были. Хотя это не имеет значения. Мы встанем. Спасибо. Вот теперь все только начинается. Теперь будет самое интересное.